в связи с тем, что я сказал. Квот, вопросы есть интересные? У меня есть комментарии. Давай. Вопросов у меня нет пока. Вопросы, кто-нибудь ничего не добавить хочется. Да вспомни об этом. А? Формулировку правильно. Записывайте. Характер. Так. Что озвучили. То, что борьба с Экономические проблемы социальные. Так. Да, то, что их невозможно установить или... Нет, законы нельзя отменить, уничтожить, преобразовать, как здесь Сталин говорил, что их можно только познать и использовать в интересах общества. Но вот основная мысль его в чем заключается. Их познать можно, но отменить никак нельзя. Вот цитаты ответить. Понимая миру, можно господствовать над его законами. Да. То есть, понимая законы, ты можешь над ними преобладать. Да. Вот это основная мысль вот этой первой главы его вот, в экономических проблемах. Так велось сначала вроде законы физики и наук, ну вообще законы науки. Да, они тоже объективные, да. Общество. Да, и они тоже оказываются объективные. И в отличие от того, как некоторые, видимо, вот раз он по итогам дискуссии 51 года ноябрьской здесь свои замечания дает, значит, некоторые утверждали противоположное, что можно изменить, и советская власть может изменить законы. Да, вот так некоторые утверждали на этих дискуссиях. Я говорю, что мы типа вообще ни на что не можем повлиять, но некоторых есть такое мировоззрение, что мы только ведомые, и, соответственно, мы ничего не можем сделать. Поэтому, а ведомые кем? Смотря кто и по какому поводу это утверждает. Что если мы ведомые природой, то мы можем одно только сделать. Изучить эти законы природы. Или если мы ведомые, как говорится, с развитием средств производства и производственных отношений, то опять же мы можем изучить эти законы и в своих целях и в своих интересах использовать. Вот о чем можно вести речь. Люди не хотят этого даже. А? Люди даже этого не хотят. Даже этого не хотят. То есть, ну люди не все так безразличны к познанию. Некоторые, наоборот, стремятся к знаниям. Да. Так что все это относительно, все это весьма относительно, я считаю. Так, что там, Саша, хотел добавить, да, что-то? У меня просто куча комментариев и замечаний. К этому вопросу, да? Во-первых, хочу сначала Сталина похвалить. За что? Да. Смотрите, разрабатывается учебник для вуза. Да. В его разработке и ошибки его исправляет глава государства. Да. Причем не такого, как у нас сейчас государство. Тогда государство было в два раза больше по территории и по численности населения. Да. 5 лет после войны страна еще восстанавливается, а Сталин занимается теорией. Да. Вот, опять же, прошло 30 лет с образования СССР. То есть у вас появились новые научные кадры, в котором он в Свердловском университете читал, допустим, лекции. Да, да. Они 24, уже с 24 года прошло, да. Да, они уже аспирантуру закончили, а результат, вот, учебник и куча ошибок, которые вылавливают. Похвалив, надо и поругать, наверное. Давай, попробуй. Есть там такой интересный момент, что Сталин пишет, что закон стоимости работает как при капитализме, так и при социализме. Да. Мы недавно разбирали как раз главу Маркса, где разбиралась из капитала стоимость, и там было, что стоимость вообще распадается на две части: на меновую стоимость и потребительную стоимость. Да. Вот так. При капитализме она закон стоимости называется законом стоимости, потому что там и та стоимость, и потребительная. Да. Ну вот интересно будет рассмотреть, нам будет второй вопрос как раз, как же действует стоимость при социализме. Вот, а при социализме закон стоимости уже нет. Да, не должно быть. Это потребительная стоимость. Да, 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 да. Вот, видимо, об этом он и будет вести речь во второй главе. Здесь просто написано безразлично, что и там закон стоимости. Я бы сказал в следующей главе про товарность экономики, как он там будет выкручиваться. Да. Потому что экономика оказывается не товарная. Да, давайте посмотрим. Это действительно не товарная. Просто здесь написано, что закон стоимости. Это не совсем верно. Может быть, да. Если про законы, то это первое должно быть. Давайте подождем второй вопрос. Давайте. Вопрос опять раз. Да, потому что она довольно обширная тоже. Она, да, ее... Может быть, они одно в другую вытекают, что продолжение. Значит, вот смотри, вторая глава будет так называться. Вопрос о товарном производстве при социализме. Так? А третья глава — вопрос о законе стоимости при социализме. Видишь, он сначала товарное производство рассматривает, потом закон стоимости рассматривает в этой работе. Вот. И поэтому это самое.
Я думаю, что какие-то вопросы, конечно, у нас с вами возникнут. И будет что обсудить. Будет что обсудить. Это на потом, да? Да, отложим, да, конечно, когда послушаем сначала Сталина, а потом посмотрим, а что у нас накопилось уже после 52-го года, когда это все обсуждалось. Тогда я замечания по большей части отложу, пока не прочитаем. Пока не изучим эти законы товарные. Сейчас, собственно, все вопросы, замечания, они идут уже дальше. Сколько там? Всего 10, да. Но я так полагаю, что мы их за 5 занятий изучим. По первой главе по времени. Что-то еще, наверное, не стоит. Да. Но, тем не менее, тут есть два замечания. Что объективность, то он рассматривает, что они объективные, все, да, законы. Здесь именно в этой главе с объективностью творится какая-то непонятная хрень. Так, давай. И, с одной стороны, он говорит, что это не та объективность, когда мы на нее повлиять вообще не можем. А с другой стороны, он говорит, что мы как бы эти законы можем только познать, да, и как-то к ним приспособиться. Да. Но и использовать их в интересах общества, да. Вообще-то экономику можно не просто регулировать, но даже ей управлять. То есть по большей части вот эти законы, они все там рукотворны. То есть если мы меняем условия в экономике, грубо говоря, правила игры, то, соответственно, там меняются законы внутри нее. Если мы запрещаем, допустим, частную собственность на средства производства, у вас автоматически отпадает этот капитал. Ну, ты хочешь... Это незаконно. Нет, значит, нет, подожди, а тут Сталин об этом говорит, Алексей? Он говорит, что законы меняются сами, они сами меняются. Их меняется под влиянием, под действием изменения производительных сил и производственных отношений. Эти законы меняются. Старые как бы исчезают, возникают новые. Он об этом говорит. Имеется в виду, что если ты сейчас объявишь закон о запрете частной собственности на средства производства, завтра у тебя экономика не перестроится на социалистический лад. Она станет работать так же, и ты планово должен его будешь выводить на новый рейс. Я к тому, что если, ну, мало сделать декрет, нужно еще переделать экономику. Конечно, да, конечно. Конечно, да. Но когда вы это сделаете, у вас, соответственно, поменяются законы, которые там работают. Да. То есть закон... Об этом он и говорит, то, да. То, что устойчивость производится без влияния там, ручного вмешательства в данных экономических условиях. И здесь, соответственно, поскольку экономику мы можем переделывать в весьма широких пределах, то эти законы выступают как частью производной от доступных нам производственных сил. Производственных, конечно, конечно. Вот отсюда все идет. Тех условий, которые мы из этих кубиков, грубо говоря, собрали. Здесь все вместе. Другая сторона, обратите внимание, он же пишет про юридический закон. Да. Ты можешь сейчас юридически взять, вести, допустим, феодальное право. Да. Но да. Экономику ты на территории без уничтожения производства не переведешь, да. И, соответственно, те законы написаны на бумаге, да, не объективные законы. Мало декрет, можно еще и поменять саму экономику. Да, да, конечно. И второй момент, когда он говорит о отрицании науки, но вообще-то наука... как неотъемлемая часть себя, включает такую вещь, как сомнение. Ну и что? То есть, если он говорит, что вот эта вот точка зрения, которая там изложена, единственная правильная, и все, что против нее, это противоречит науке, ну, одна из черепашек, грубо говоря, пиздит. Нет, ну тут ты как-то странно этот вопрос рассматриваешь. Да, почему странно? Потому что наука-то, она, да, она сомневается, но пока не найдет истину, когда действительно есть подтверждающие доказательства, что этот закон именно вот так действует, а не как иначе, понимаешь, какой-то. Вот закон всемирного тяготения, он действует так, а не иначе. Но. Кто здесь говорил о вечных истинах в антидюринге? И что? Что закон всемирного тяготения? Истина имеет свойство время от времени пересматриваться. Так, ну и? Ну, соответственно, если вы отменяете возможность всякого сомнения в каких-либо истинах, то да. Что у вас в итоге получится? Так, а смотря к чему это относится? Так, как раз и сказано, что законы меняются со временем, в том числе, кстати, законы природы. Ну так, да. Сила тяготения от времени истории планеты, она меняется на... все меньше и меньше. Но она все равно существует. А там не было, да, она меняется. Там говорилось о том, что кто не идет по науке, тот отрицает науку, соответственно, лишается инструментов. Вот и все. Ну да, да. Ну давай. Что в самом конце тебя интересует? В
вот этот пассаж по науке, что... Да, там Бога. А, сейчас, подожди. Но это не в самом конце. Нет, нет, сейчас. Просто существует серьезное сомнение, что вот... Нет, там он не говорил. Сейчас. Он антидюрин тут как раз ссылался на то, что его многие неправильно трактуют и да. приводят как доказательство своих слов. А исходит это с неправильного понимания антидюринга. Тут, кстати, в этой главе очень много из антидюринга взято, если посмотреть, откуда там понадёрганы ссылки, в том числе и вот в конце самого вывода, да, что все известно и логично. Это вот все оттуда из антидюринга. Неправильное понимание антидюринга может быть и, скорее всего, имеет место быть, но это не значит, что единственное верное изложено именно вот здесь. Не, а понятно. Не так, это было бы религия уже, если бы там... Начинается жизнь с того, что сначала, да, 30 лет прошло, казалось бы, да, а учебник до сих пор не могут написать, и там куча ошибок и вопросов. И разрешить это... Ну, есть и другое объяснение, его не могли написать, потому что теория с практикой, грубо говоря, не сходится. Так. Если вы говорите, что построили социализм, а у вас в стране товарное хозяйство и типичная, грубо говоря, издельщина, инфляция, то к социализму это как-то, ну, без серьезных листов теории как-то не влезает. Так социализм — это переходная стадия коммунизма. Инфляции там при Сталине как раз уже на тот момент не было. Как раз наоборот, так тогда уже пошел. Да, он, ну, объявил, что социализм уже построил. На НЭПе, да. Когда построили колхозы, потом после этого. 30-е инфляция тоже была. 30-е небольшие. Начало 30-х, да. Когда при Сталине цены начали снижать планово? Значит, с 49-го года, по-моему. Не 39. Еще до войны, по-моему, успели первый раз что-то снизить планово. Ну, во всяком случае, до войны не знаю, а вот то, что в 50-е годы продолжали до самой смерти, каждый год, где-то в апреле, цены снижались. Это самое. Вот, начиная с 49-го, по-моему, после войны. А вот до войны не могу с уверенностью сказать. Да, то есть инфляцию-то побороли. Понятно, что пока экономику перестроили, о чем как раз речь идет, пока она перешла на социалистические рельсы, как раз эта товарность уходит, и закон стоимости отменовой уходит. Ну, товарность не ушла до конца союза. Тем больше, чем ближе к концу, тем больше не становится. Понятно, понятно. Но качели в одну сторону двигаются или в другую. Если ты уничтожаешь товары, значит, он накапливается. Диалектика. Ну, ладно, я потом скажу. Когда дойдем до... Мне другой вывод во всей этой главе на самом деле понравился. Да? Так. Он же пишет, что типа мы вот пишем и обсуждаем всем известные... Да, всем известные. Да. Да, а он говорит, а в чем проблема? Люди постоянно, одни уходят, новые приходят. Их надо постоянно повторять истины. Если мы их не будем постоянно повторять, у нас возникает как раз вопрос о стоимости, что мы опять плывем и ничего не знаем. То есть прописные истины надо повторять, иначе они перестают быть прописными истинами. Это, кстати, тоже взято из Энгельса, там где-то была глава по этому поводу. Что известное не значит понятое, вот в этом духе. То есть истину надо проговаривать, что она и почему. Широко распространение не значит верное. Да, да, тоже где-то из антидюринга что-то похожее. Там как еще такая, не знаю, тоже сказал, что самое сложное заходящее в голову людям — это прописные истины. Может быть. Тут тоже у него что-то было у Энгельса в этой же работе, а правда другой формулировки как-то. Ну, я точно не помню, но что-то смысл такой был. Это из той же главы, потому что я просто... Общеизвестное не значит познанное. Это же оттуда. Это целая глава у него была на эту тему. Блин, не, я так не смогу завернуть. Что-то сказать цитатой. Ну вот по поводу, ты хотел, значит, законы политической экономии при социализме являются объективными законами, отражающими закономерность процессов экономической жизни, совершающихся независимо от нашей воли. Люди, отрицающие это положение, отрицают по сути дела науку,
отрицая же науку, отрицает тем самым возможность всякого предвидения, следовательно, отрицает возможность руководства экономической жизнью. Вот об этом ты хотел, да, услышать? Вот, смотрите, там выдвигается некое утверждение. Но. Потом говорится, что кто его отрицает, тот, по сути, отрицает науку. Так. Кто сказал, что это утверждение вообще правильное? Так. Мы сейчас скатываемся к критерию истинности. Значит, да, отрицая то, что законы носят объективный характер, люди, вот о чем он говорит, что люди в этом случае отрицают науку. Вот о чем, почему он так говорит, что люди отрицают науку. Потому что те, кто отрицает объективный характер закона, в том числе экономических. Ну, в принципе, логично все. Да, поэтому я не вижу, что ты ему хочешь предъявить тут. Ну, вообще-то это такой... Да и тоже истинно известный. Потому что, говорят, всем известно там. Да. Не-не-не, это не правильно, это не так. Не так, да? Нет, всем известно, это сразу лженаука, это... Здесь немножко другая формулировка. Нет, в плане того, что когда ты начинаешь со слов обобщения, ты уже ошибки выкладываешь. Ну хорошо, есть конец фразы, поставили, будет. То есть, когда ты хочешь, ну, ученые обычно так не говорят. Насчет понимания мира, там же он не говорит, что законы там, они объективно существуют. Если ты эти законы понимаешь, ты можешь над ними господствовать. Ты знаешь, сила притяжения. Об этом речь идет. Ты ее не можешь отменить, то ты можешь ей пользоваться, рассчитать там самолет, будешь летать. Предвидеть падение. Да, то есть ты над этим законом начинаешь преобладать. То есть закон тобой не регулируется. Он существует, но для тебя он не имеет. В данных условиях, если я каким-то образом могу поменять условия, например, вывести систему отчет на орбиту, там он перестанет действовать просто-напросто. Да. Опять же, у него было до этого, что законы меняются. Просто законы экономики меняются со временем быстрее, чем законы природы. Это у него было. Но они даже не тождественны законам природы, потому что в одних и тех же исторических условиях мы можем... Значит, он отмечает здесь две особенности. Две особенности экономических законов. То, что они действуют не постоянно, а связаны с определенными формациями, с определенными историческими периодами, это первое. А второе, что эти законы действуют через людей, через общество, понимаешь? Не прямо как-то, непосредственно, не физически, а через отношения, через... Горизонтальное, допустим, это время... Через взаимоотношения людей. Справа-влево там. По мере развития технического прогресса вам доступно все больше возможностей. Конечно, да. В каждой конкретной точке этой оси вы можете вариативно также из доступных вам возможностей собрать разные варианты экономической системы. А давай теперь попробую, наверное, вот так вот ответить. Вот смотри, есть физика, да, это естественная наука, относится к естественным физическим дисциплинам, изучается в УЗИ, в естественных школах. Есть... юристы, юридические законы, никуда. Они изучают законы, изданные правительством. По факту. Да. А экономисты, они кто больше, гуманитарии или как физики, математики, естественные испытатели? Вот экономика, это что ближе, все-таки к гуманитарному или все-таки к математическо-экономическому блоку, то есть естественным наукам? То есть вопрос, как делить? Куда отправить экономиста? Какой владельный делить? Ну, на математиков и на гуманитариях самое распространенное деление. По этому поводу нужно вот что сказать, что по мере развития науки, если наука как-то шла по каким-то определенным позициям раньше, там физики, это лирики и так далее, то сейчас все больше идет взаимопроникновение вот этих вот различных отраслей науки друг в друга. И это с этим все больше и больше приходится считаться взаимопроникновением. Поэтому и у экономистов есть там и математики хватает теперь, и физики, и чего только нет. И наоборот. И наоборот. Поэтому стоит ли этим заниматься, куда-то их рассовывать по каким-то ячейкам? Вот Сталин говорит, что экономика – это скорее естественная наука, и, соответственно… Он так не утверждает, что это естественно. Ну, в смысле, что экономические законы, они… Объективные, да. Да, объективным законом природы. Да, 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 да. Но
права. И либералов, которые как раз-таки полагают экономические законы данными нам как бы свыше и неизменно. Тут не говорится свыше, нет, общественно, со способами общественного производства. Значит, это утверждение неправильно, это именно социальное. Нет, на Сталина это не вешайте, это он так не утверждает. Социально это просто общественное. А мы говорим гуманитарное или математическое. Понятно, что общественное. Физики не тоже, они же не из вакуума, они тоже понятно. Социальное, потому что общественное. Да. Без общества нет физики. Гуманитарий тоже все. Я бы не говорил себе гуманитарий в одну кучу. Одно дело какие-нибудь поэты, а другое дело какие-нибудь психологи, которые поэты перешли. На вполне научное подобное. Психологи хорошо. Я говорю, вот экономистов ты куда ближе отнесешь? Вот, чисто интуитивно. Чисто на себя попробуй ответить, честно нам сказать. Да, экономисты, они кто? Скорее лирики или физики? Ну, по мере развития экономики они будут все ближе смещаться в сторону точно. Вот, это объективно. И в принципе, если мы посмотрим даже деление институтов вот, ДУФУ, это школы там сейчас делят, экономика – это отдельная школа, где куча математиков, где куча расчетов. Работы, работы у них тоже все точно, они должны собрать данные, проанализировать, составить графики, все это свести. Вот как раз таки излишняя математизация экономики приводит к тому, что там ни хрена не понятно, и суть как бы ускользает за вот этим загромождением. А Маркс очень простая математика, на самом деле, ей ему это совершенно не мешает. Ну вот а надо быть гением, чтобы так суметь написать. Ну и сейчас так никто не мешает. Просто вот такая математизация, она зачастую используется для скрытия сути. То есть за награждение этих цифр вы не видите истины. Ну, грубо говоря, простой истины, которая нам призвана скрыть. Ну, видишь, математика – это просто язык, на котором это описывается. Пожалуйста, можно расписать это математика – это язык, то и русский язык тоже язык, соответственно, можно. То есть тут можно русским языком аналоги, ну, времен того же Дьюринга и Энгельса. То есть, чтобы каким-то образом описать, что предмет движется в пространстве, вам не обязательно высчитывать скорость каждой конкретной молекулы этого предмета. Вам достаточно просто статистически прикинуть как бы, среднюю скорость движения предмета в целом. А с какой скоростью движется каждая конкретная молекула, вам это не интересно. Точно так же с математикой и экономикой. То есть вы можете посчитать, сколько там денег у каждого конкретного индивида, но это совершенно не обязательно, чтобы сказать, что общество в целом как бы, богатая или бедная, да. А ты пришел к логическому выводу, который Сталин пишет, что со временем, с развитием и переходом к социализму экономика становится плановой, она да. разрабатывается, ты это можешь посчитать, да, что вот за этого тебе математика и нужна, все больше и больше. Вместо законов анархии и, как он там говорил, второй, приходит закон плановый. Плановый, да, да. У нас научно развивается, да. Экономисты все больше считают и все больше, естественно, научники. То есть социализм уже без законов анархии и конкуренции, да. Приходит закон плановой экономики. То есть плановая экономика это не про то, чтобы посчитать все до последней гайки и гвоздя. Ну, хотя кому-то придется и до последней считать. Ну, с определенным да. точностью. Опять. И кому-то придется до последней, кто непосредственно занимается строительством. Вы, конечно, сможете, но это по большей части бесполезно. Вам важно, чтобы народное хозяйство развивалось ну, просто гармонично. Нет, смотрите, да. Не было перекоса. Вот. Вон у нас предприятие. Четыре кабинета плановиков и замдиректора по плановому делу. Там как раз считают до винтика. То есть, соответственно, до винтика они тоже считают. Если мы сейчас переходим от одних законов к другим, то точность нам нужна, потому что у нас сейчас, если за каждый болтик отчет идет, соответственно, мы плавно переходим с этой точности, когда налаживается производство уже этих винтиков в неограниченном количестве, то мы, конечно же, не считаем до поштучных. А вот сейчас вот нам требуется, потому что мы переходим от свое производство, допустим, ну, по большей части учет последнего винтика, это на самом деле дурная работа. Да, ты по-другому не можешь, у тебя ресурсы ограничены, у тебя нет. Не, а почему? Кстати, вот. Ты можешь быть и зря. На определенной стадии можешь, надо считать каждый винтик, чтобы не загаживать лишний железо. У нас ресурсов нет, станков нету. Соответственно, мы распоряжаемся очень точно с каждым своим не знаю, последняя пуговица, так сказать. И тут как раз и требуется это понимать.
Тот же Глушко о чем лежал? Да, Василий Михайлович, конечно, к сожалению, не поняли, когда он предлагал внедрить кибернетиков в госплан. Да. И Ленин опять же вот эта цитата, что это что-то... И поэтому у нас такие были провалы в планировании. После, я еще раз говорю, плановая экономика, да, ну, основная цель очень мощный провал. Это не посчитать все до последнего гвоздя. Кабарович, да, вот, за то, что... Я побегу. Модель почему-то автобусы ходят примерно в одно и то же время. А за разработки в области как раз межотраслевого баланса. Давайте, на следующий. Основная функция плановой экономики — это не допускать перекосов экономики. И не допускать, чтобы было меньше перекоса, тебе надо как можно лучше посчитать, правильно?